Выгодные перспективы. В понедельник губернатор области встретился и с руководителями градообразующих предприятий Димитровграда. Обсуждали меры поддержки и привлечения квалифицированных кадров на предприятия. Одна из возможностей – помощь в приобретении жилья. В настоящее время в регионе действует программа, благодаря которой бюджетники уже имеют возможность погасить часть первого взноса с помощью областной казны. Аналогичную программу планируют реализовать и на двух крупнейших предприятиях региона – «Авиастар» и «НИАР». Губернатор предложил руководству Института атомных реакторов помочь своим кадрам, а именно компенсировать сотрудникам НИИ часть первоначального взноса при приобретении жилья. Такую весомую поддержку руководство региона и НИАРа планирует оказывать в первую очередь для того, чтобы привлечь специалистов выгодными перспективами.